Привет, вы на канале Лизончик, я с вами Лиза, это мой новый день и мой новый влог. Сегодня я счастлива тем, что скачала программу для монтажа. Она платная, но я уговорила маму, она мне ее купила, потому что не такая уж прям дорогая, не до 2000, гораздо меньше, ну как гораздо, не намного меньше, но все равно. Я этому счастлива, я попыталась монтировать видео, у меня в принципе это получается. Но единственное, теперь трачу гораздо больше времени на монтаж видео, но мне это интересно, я увлечена этим, и теперь просто не сижу в телефоне зря, то есть не играю там в какие-либо игры, не сижу там в социальных сетях, то есть редко захожу туда. То есть, естественно, если мне кто-то напишет, я сразу иду, но мой телефон пишет, что я всегда там сижу. Это довольно странно. Да, ребят, это стирка, не удивляйтесь просто. Вот. Сейчас я так тоже должна собираться в школу, потому что сейчас ровно 12 часов, где-то, да, уже 12:04. Я буду собираться часов минут в 10, наверное, то есть через 10 минут, потому что должна еще покушать, переодеться, накраситься и зайти еще за подругой, то есть как бы вот. Сегодня, я думаю, влог будет достаточно насыщенный, и этот влог уже будет по компьютеру смонтирован, и поэтому напишите мне в комментариях, есть ли различия, потому что, блин, это правда капец, но мне кажется, то, что в принципе все будет получаться гораздо лучше и качественней, я на это надеюсь, по крайней мере. Единственный минус этой программы то, что если ты купил новый компьютер, то тебе надо скачивать опять это заново и опять платить эти деньги. А так это все безлимитно, то есть я один раз заплатила, и теперь могу пользоваться неизвестно сколько. Но мне кажется, скоро этому компьютеру будет капец, потому что ему, я не знаю, сколько ему уже лет, наверное, мы его купили, когда мне было лет 9, то есть уже где-то 5-6 лет ему, в общем, и он уже очень плохо работает, и поэтому как бы вот. Честно, я хочу новый компьютер именно себе взять компьютер, потому что он мне нужен, он будет сейчас нужен для монтирования видео. Вот. Кстати, недавно нашла камеру. Попробую снимать через нее некоторые элементы. То есть в школе, естественно, я буду снимать там через телефон, если я вообще буду в школе снимать, я это еще не могу вам пообещать. А так дома я могу снимать через камеру, только главное ее зарядить и вставить батарейки. Я попробую, если получается что-нибудь через камеру, так как это камера именно настоящая, как фотоаппарат, только там еще и видео можно снимать. Она выглядит, ну как, простая камера, в общем говоря. Там можно снимать, ты будешь видеть себя, то есть, ну, в принципе, как через телефон. Но пока мне удобно через телефон, и, в принципе, зачем покупать именно камеру, когда ты можешь смонтировать все через редактор, улучшить качество, там, да и вообще, то есть, как бы... Я понимаю, толк камеры, но там говорят, что лучше снимать, гораздо лучше получается видео. Так как не все можно делать с помощью редактора, поэтому вот... Сейчас, я думаю, первым делом покушаю, потом уже буду одеваться, то сляпаю там себе одежду школьную, будет мне тогда очень весело. Вот, сейчас, опять сейчас. И иногда, когда я не знаю, что мне сказать, я начинаю говорить, я хочу спать или сейчас. А что сейчас, так и непонятно. Ребята, сейчас я буду кушать, это мой обед. Как вы видите, что это вот огурчики, это пюре, а это капуста с курицей. Думаю, что это все будет вкусно. Нет, я такими большими порциями обычно не ем, но это я ем перед школой, так как 6 уроков, иногда даже бывает больше, а в школе я не ем. Поэтому всем приятного аппетита, кто кушает. Хотя я уже вернулась со школы, я опять не снимала видео в школе, но, блин, простите. Сейчас я до сих пор не переодевалась. Я могу вам показать, как я хожу в школу, то есть... Вот... Юбка, рубашка такая. Классная, с оленями, да? И кофта. Кофта сестры, поэтому она такая длинная, как вы видите. Но мне, наоборот, как-то удобнее даже. Вот. Сейчас переоденусь, потом, думаю, покушаю. И потом опять начну делать уроки. Если успею, то засниму видео, потому что до сих пор я не сняла, так как нет времени вообще. Потом надо еще упражнения поделать, а завтра мне уже их не делать. Да, это все гладко, смотрите, как ее очень много. Вот, надо тоже, если смогу, то надо еще опять-таки погладить. Вот, очень весело, как я скажу. Ну, я сейчас, как я сказала, переоденусь, пойду покушаю.
И потом, наверное, опять свяжусь с вами и начну делать уроки. Уроков не делать мало, поэтому, в принципе, я могу заснять видео, наконец-таки, видео объяснение обо всем и вообще. Вот. Потом надо снять распаковку товаров с Алиэкспресса. То есть, в принципе, видео есть, все есть. Главное найти время, заснять их и отредактировать, смонтировать. Да, здесь тоже бардак, но это только на столе бардак. Вот. Да, там некоторые, кстати, вещи есть из Алиэкспресса. Потом объясню, какие именно. Там две вещи. Вот. Кстати, вы можете мне просто написать в комментариях, как вы думаете, я даже в Инстаграме вкладывала фотографию. Сейчас, кстати, ребят, сестра или мама, я так и не поняла, мне купили тетради. Такие классные, выбор сестры, сейчас вам быстренько покажу. Такая тетрадь, я попросила ее купить просто, так у меня нет времени. Такая тетрадь, потом такая милая, такая... Вообще классно-классно. Ох, угадайте, что это. Да, вы угадали правильно. И такая, блин, ребят, это просто... Ух ты ж. И вот такая вот крутая. И кое-за из этих тетрадей взять на историю, я даже не знаю, потому что по истории, по биологии у меня нет тетради. Наверное, по биологии надо какую-нибудь такую, так как мы будем животных же изучать. И поэтому, мне кажется, она здесь подходит больше всего. По истории, наверное, такую тоже спокойную взять. И которую, в принципе, не так уж и жалко. Хотя нет. История тоже более интересная такой. Или, кстати, можно взять вот. Такую тетрадь, я не знаю, я подумаю. Ну, кстати, тетрадь очень классная. Надо сказать, тебе большое спасибо. Вот. В общем, сейчас переодеваюсь и иду кушать. Такая голодная, блин, ребят. Мне 6 уроков, это совсем уж какое-то издевательство. Но я знаю, но это то, что я не ем. Так как у меня же бесплатное питание должно было быть. А тут такое. Я уже покушала, у меня все хорошо. Сейчас смотрю свой дневничок. И смотрю, что мне надо делать из обязательных уроков. То есть только на завтра. Мне надо делать алгебру. И то там, знаете, там идут уравнения. И как мне показалось, там все очень легко. Конечно, двух последних там... задание будет не очень легко, но все равно. По английскому это мне быстро сделать, и также мне надо побольше переписать насчет вот истории, то есть там я в ней домашку и так надо сделать. Но я думаю, для начала я сниму видео. И, кстати, ребят, я уже не знаю, что будет первым или же вот это вот мое видео, которое я вот сегодня засниму, и, скорее всего, я его сразу выложу. Сегодня вечером там или завтра с утра. И завтра вечером выйдет еще одно видео. Я так думаю, то есть вот завтра вечером, то есть завтра вечером вот это видео только выйдет. Потому что я раньше не смогу смонтировать. К тому же завтра у меня, знаете, такой более насыщенный день. Возможно, я завтра тоже буду снимать влог, потому что я иду в гостиный двор, там, да и вообще. То есть как бы за покупками это гораздо весело, почему бы и не снять видео. То есть как бы, возможно, завтра тоже будет влог. Тогда мне... надо постараться успеть смонтировать вот этот вот влог и как бы вот сегодняшний. Но сегодняшний, наверное, смонтирую завтра с утра, то есть рано утром, наверное, выйдет. Но это я сама как по себе рассуждаю, поэтому вот. В общем, сейчас я делаю уроки, и перед историей, историю буду делать самую последнюю, перед историей я начну снимать видео и засниму его, потому что там все будет... Один вот этот вот клип, просто не знаю, как по-другому назвать. Вот, поэтому сейчас я, короче, делаю и буду продолжать дальше. Мне уже телефон пишет, что мне недостаточно памяти, поэтому уже вот. Ребятки, я записала уже для вас видео, и знаете, как ни странно, у меня хрип голос просто. Сейчас он, конечно, уже вернулся немного, но, блин. Я говорила там под конец, мне просто... Я пыталась выговорить из себя все. Наконец-то у меня нормальное качество. Тут так вот я сижу, нифиг что видно. Вот, в общем, сейчас я делаю историю, упражнения и монтирую для вас видео. Наверное, будет первым, даже выйдет сегодня вечером, поэтому вот.